Сьогодні, бачите, ось такий тематичний ефір. Ми сьогодні з вами все ж таки говоримо і про користь, і про смаки. І взагалі осінь вона багата на плоди. Ми часто по осені збираємо якийсь врожай своїх трудів і так само збираємо врожай смаколиків. Нещодавно ми зговорили про гарбузовий десерт. І все ж таки гарбуз, а ще й з яблуком. І зараз ми поговоримо про яблуко. Так, ми сьогодні будемо говорити про яблука. У Британії відзначають Всесвітній день яблука. І, ви знаєте, важливо зрозуміти те, що є навіть певний стереотип з дитинства. Я сподіваюся, ви його зараз згадаєте, коли приїжджаєш там до бабусі влітку, і домашнє яблуня, домашні яблука, неймовірно смачні, інколи кислі, але менше з тим. От наїлися ви протягом літа цих яблук, а потім і взимку, і восени не хворієте. І от ми далі з'ясуємо, чи дійсно настільки вони в позитивному плані впливають на наш організм, чи все ж таки просто тому, що воно не настільки смачно, що тобі вже і хворіти не хочеться. Мені ще здається, наші яблука, знаєш, вони закладені настільки в історії, що і в легендах, і в казках, і всюди ми чули про користь того яблука. Ну, давай так вже реально розбиратися, чи настільки корисно, чи це все просто казками нам надумане, навіяне. Так, у нас вже є змога поговорити з нашим ранковим гостем. Борис Скачко, дієтолог у нас на зв'язку. Доброго ранку. Доброго раночку. Добрий день. Добро. Ми сьогодні будемо говорити про яблука. У Британії сьогодні день яблук. І хотілося б від вас почути, як від дієтолога, наскільки корисно нам щодня вживати в раціоні яблука. Ну, самая большая ценность яблок находится в яблочном соке. Там много простых сахаров, которые хорошо поддерживают, скажем так, активность иммунной системы, много витаминов, микроэлементов, которые тоже в этом же направлении работают. Очень хорошо яблочный сок выпить утром, такой как небольшой энергетический коктейль, который поможет вам разогреть огонь пищеварения и усилив аппетит, правильно переварить правильный завтрак. Пане Борис, я вибачаюсь, тобто да, зараз просто дієтологи радять зранку пити стакан води на голодний шлунок, а можна випити яблучний сік? Стакан води виконує тільки одну функцію, він виконує потери води за ніч, знижує кардіологічний ризик утром. А стакан яблучного сока, можна його, якщо слабий жлунок, розвести немножко водою, виконує дві функції. И компенсирует потери воды и одновременно готовит желудок к правильному завтраку. Ух ты. И здесь мы можем просто получить одним движением, можем получить немножко больше, но нужно избавиться от тех опасностей, которые связаны с употреблением яблок. А скажіть, будь ласка, ось саме, ну, ми кажемо про яблуневий сік, а це все ж таки куплений чи краще робити свій? Є в цьому різниця, як впливає на організм? Ну, многие диетологи, вряд ли кто-то со мной будет спорить, что сок – это 10 минут от момента приготовления. Конечно, да, можно купить в супермаркете сок, если вы доверяете производителю, но лучше его приготовить в домашних условиях, там сложностей нет. Но, напоминаю, нужно избавиться от трех очевидных опасностей, которые связаны с употреблением яблок, если вы не используете яблочный сок. А це які опасности находятся на поверхности и внутри. Так. А розкажіть, будь ласка, детальніше саме ось про ці моменти. Ну, смотрите, первая опасность, я не понимал, когда был маленьким, моя прабабушка, там, фитотерапевт в четвертом поколении, очищала шкурку яблок. Хотя все говорят, что там витамины. Так. На самом деле, на поверхности яблок, когда вы его потрете, оно начинает блестеть. Так. И мало чем отличается от натертого воском паркетного пола. Вход в организм для воска есть, это желчь, она растворит все, что угодно, в том числе и воск. Выход не предусмотрен. Ага. Поэтому оптимально шкурку снять вместе с вот этим воском. Вторая опасность – это сама шкурка. Сколько бы вы яблоко ни жевали, я имею в виду сырое яблоко, вот эту шкурку, она как бритва, режет любые ворсинки, нарушает работу желудка, потом придется лечить хронический гастрит, там какой-то энтероколит, когда не хватит способности переваривать не только яблоки, но и другие продукты, которые рядом попадают. Ну и третья опасность, самая такая большая, причем многие ее, вот шкурку еще ладно, уговорил, можно снять, а вот семена все-таки кушают. Забывая, что Агата Кристи, Конан Дойль предупреждали, если вкус миндаля является продуктом, скорее всего, там есть свинина кислота. И те витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, которые находятся в семенах яблок, от них тоже нужно избавляться. То есть семечки кушать нельзя.
Так. Курс миндаля говорит о том, что там есть синильная кислота, она не позволит усвоиться никаким полезным веществам, которые были рядышком с ними в кишечнике. Боже, як це чудово, що ви зараз розвіяли найпопулярніший міф, тому що я в свій час також яблука їв таким чином. Ми дуже дякуємо вам за це. І скажіть, от ми зрозуміли, як правильно вживати яблуко, а чи є якась от необхідна норма для організму в плані раціону щоденного? Все определяет состояние желудка поджелудочной железы, потому что эти цензоры могут яблоки не пропустить. И для этих людей норма яблок — это ноль. Потому что обострить гастрит или язвенную болезнь, или там панкреатит, и оказаться на диете уже точно без яблок, в лучшем случае там будут запеченные яблоки, то тут риск есть. Для всех остальных, в принципе, ну, говорят, что одно яблоко в день — это полезно, то есть жевать мякоть, пережевывать, доводить до состояния воды. Достаточно полезно для зубов, для десен, и стоматологи, ну, скажем так, дают эту рекомендацию очень нехотя, потому что понимают, что клиенты до них не дойдут. Если брать, скажем так, экологию, то чем хуже экология в месте, где живет человек, тем больше яблок ему нужно, но в данном случае уже яблоки идут не сырые, а все-таки термически обработанные. Отварное запеченное яблоко прекрасно помогает связывать экологические токсины. Если вспомнить, после Чернобыля появился зефир и мармелад. Эти продукты питания готовились на яблочном пектине для того, чтобы выводить радионуклиды. Ну и параллельно выходят соли тяжелых металлов и другие опасные вещества, которые в данном случае организм посещает только временно, пока с яблочным пектином проходит по кишечнику. И это тоже польза, это выгода. То есть есть сырые яблоки — здорово, они как поршень, только маскируют запоры. Очищение кишечника идет, но очищение организма не происходит. А вот запеченные яблоки или отварные, особенно был такой классный фитотерапевт в позапрошлом веке, Дерикер, он советовал делать яблочный компот, но это скорее не компот, а каша. Так. Когда очищалась кожура, убирались семена, яблоки резались и в воде с добавлением сахара разваривались до однородной массы. Ага. Вот такая масса шикарно идет по кишечнику, помогает полезной микрофлоре удержаться и лечит вот несуществующий дианодисбактериоз. Знаете, вздутие живота присутствует у людей, а дисбактериоза при этом нет. Так. Бактерии размножились на той пище, которую человек не переварил, а дисбактериоз не признается как диагноз. Поэтому тут помощь в этом, и очень важно, особенно вот в наше вот это вот непростое время, потому что улучшается работа не только кишечника, но если добавить туда корицу, имбирь в конце приготовления вот этого компотика, то мы получим дополнительный бонус, подготовим легкие к вполне вероятной встрече с любой респираторной инфекцией, неважно, это будет аденовирус, грипп будет, коронавирус, так или иначе они цепляют дыхательную систему, если она будет плохо подготовлена, то вероятність осложнення буде вище. А от скажіть, будь ласка, саме це, коли роблять з сухофруктів, наприклад, компот узвар, або з яблук саме роблять компот, чи не втрачає яблуко там свої саме такі, ну, корисні можливості, властивості? Ну, кое-что, безусловно, теряють. При висушуванні практично любим способом, не тільки яблук, но і других фруктів, теряється кількість вітамінів, приблизно знижується раз в 10. Органічні кислоти, які були, вони залишились. Ведь микроэлементы, которые были, они никуда не денутся, они остаются в каких-то соединениях, то есть это все хорошо. Клетчатка никуда не денется, то есть она тоже есть, но если человек варит узвар, прекрасно. То есть мы фактически яблоко возвращаем в первозданное состояние, но витамины, конечно, ниоткуда там уже не возьмутся. А как сорбент оно работать будет. Вот не советовал бы есть яблоки и другие сухофрукты именно в сухом виде, не в распаренном. Потому что вероятность получить микроэлементы из такого продукта, она равна практически нулю, потому что пока яблоко не впитает воду из кишечника, а проще это сделать в кастрюле, когда мы готовим узвар, то ни один микроэлемент в кишечник не попадет. Только вначале вода в сухофрукт зашла, пропитала его водой, увеличился объем. После этого тут концентрация полезных веществ высокая, а в кишечнике малая.
и пошла диффузия, пошло извлечение из сухофрукта полезных веществ. Угу. То есть в этом случае будет правильно. Иначе просто побаловали вкусовые рецепторы, потренировали там зубы, десна. То есть тоже плюс, конечно, но можно получить больше. Пане Борис, ви сказали про поєднання яблука разом з корицею та імбирем. І от ви наголосили на тому, що вони можуть допомогти підготувати легені до респіраторних захворювань. А розкажіть, будь ласка, от саме про це коротенько. Як правильно вживати і корицю, і імбир, аби уберегтись в час пандемії? Ну, смотрите, вот когда мы готовим такой яблочный компот, угу. то фактически вот та клетчатка и пектины, которые находятся в яблоках, становятся и сорбентами, и появляется мягкий отхаркивающий эффект. Угу. То есть легкие уже начинают самоочищаться, если там была какая-то история по курению, если там были какие-то хронические бронхиты, пневмонии, то легкие начинают самоочищаться. Так. Чтобы усилить процесс, добавляется корица, имбирь, можно добавить плоды фенхеля, плоды укропа огороднего. И в этом случае пектины становятся более активными, и вот эфирные масла, которые находятся в этих пряных растениях, они, выделяясь через легкие, просто ускоряют движение содержимого по трахее, по бронхам и фактически усиливают очищение. Это важно делать вот сейчас. Почему? Потому что эпидемический сезон у нас уже потерял эпидемичность. У нас этот коронавирус бьет легкие в любое время, как говорится, и в любой сезон года. Поэтому нужно готовить сейчас. Так. Неважно, человек вакцинировался или нет, потому что вакцинация – это не гарантия того, что будет защита. Вакцинация даст защиту в случае, если человек примерно месяц правильно готовился к вакцинации, правильно провел день вакцинации так. и помогал иммунной системе вырабатывать на вакцину антитела месяц после вакцинации. Вот тогда эффект будет. А просто ввести вакцину и сказать «все, теперь я под защитой» – это ни о чем. Да, ты имеешь птичку в бумажке, что ты привит. Но коронавирус, знаете, как в том анекдоте, бьют не по паспорту, а по роже. Ну так. Не птичка это защищает от коронавируса, а то, как человек подготовил свою иммунную систему в связи с вакцинацией или в связи с болезнью, или вышел из болезни как. То есть вот это имеет значение. Коронавирус это может остановить в організмі, і не дати йому розвиватися далі, или не дати проявитися в більш опасній формі. Пане Борисе, у нас, знаєте, до вас є все ж таки ще яблуко по питання по яблуках, яблуко по питаннях. А все ж таки, скажіть, чи є якісь особливості, наприклад, вживання для дітей, для вагітних, можливо, для дорослих або для чоловіків і жінок? Чи є якісь тут особливості, кому більше потрібно, а кому менше? Ну, яблоки нужны всем. Почему? Очень простой продукт питания. Если напомню вам историю, то это один из первых продуктов, чтобы не сказать первый продукт, который каждый человек получал или должен был получить после материнского молока. То есть яблочным соком раздражались вкусовые рецепторы, за счет этого увеличилось образование слюны, и мы начинали переваривать легко крахмал. После этого яблочный сок, попадая в желудок, усиливал раздражение желудка, усиливал выделение соляной кислоты, и индикатор, ребенок срыгивал створоженное молоко, все отлично, теперь можем вводить белки, более интенсивно переваривающиеся и более так. тяжело. Яблочный сок нам нужен, яблоки нужны, считайте, через 2-3 месяца от рождения, для того, чтобы перейти с грудного молока на правильное питание. Единственный ограничитель, о котором я сказал в начале, это состояние желудка, это состояние поджелудочной железы, состояние 12-перстной кишки. То есть гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь, панкреатит. Вот здесь это основные тормоза, которые препятствуют, скажем так, употреблению яблок. Если эти диагнозы отсутствуют, или мы уверены, что они отсутствуют, лучше так сказать, то тогда, пожалуйста, яблоки можно использовать и как аперитив, лучше в виде сока, и можно использовать между приемом пищи как перекус. Возьмите яблоко, удалите сердцевину, положите туда творожок, запеките яблоко в таком виде, у вас получится прекрасный, шикарный перекус. Боже, единственное, что шкурка яблока при этом все еще остается несъедобной. Угу. Вы ее кушать не будете, а содержимое, пожалуйста, это принесет пользу для здоров'я, і перекусили, і почистили організм. Так, пане Борис, ми вам дуже безмежно просто дякуємо за те, що ви долучилися до нас у такий прекрасний ранок, розказали, як правильно їсти яблука, як корисно їх вживати саме для нас. Отже, молодці, відео подивилися, а тепер зробіть те, що по-справжньому покращить ваше життя. Підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Обов'язково залишайте свої коментарі та подаруйте нам свої вподобайки, щоб ми дійсно знали, що цей матеріал, який ми готуємо для вас щодня, дійсно цікавий.
We'll be right back.